Добрый вечер. Разгар весны 15 марта 2023 года. И мы в Карибском море. В порту Святого Мартина. Извиняюсь, Сант-Мартин. Это уникальный остров, который разделен буквально на две части. Половина острова Нидерланды и половина острова французского. И сегодня на берегу было 7 кораблей. Только что ушел уникальный лайнер «Аида». Это немецкий лайнер, самый большой в мире. После MSC «Тисайд», на котором мы, в общем-то, шли довольно-таки долго. И вот там, вдалеке, показалась «Аида». Она только-только выплыла. Сопровождает «Аиду» «Пионер». «Пионер» — это «Секьюрити». Вот там сзади «Аида». Видно, да? Вот я ее приближу. Вот она только что отошла. Очень красивый, уникальный лайнер. Просто красавец. И пройду я по берегу Сан-Мартино. Сегодня мы здесь провели весь день. Сейчас вечер. Уже больше 5 часов вечера. Вода, которая здесь находится в Карибском море, вообще просто обалдевающая. Цвет воды, я даже не могу назвать, какой он цвет. Он такой лазурно-голубой. И вот «Аида» пошла полным ходом. Она только что вышла из порта Сан-Мартино, Святого Мартина. Этот остров всего лишь, как вы думаете, сколько? 6 километров в длину. Но проживает здесь 55 тысяч, а приезжих 12 тысяч приезжих, которые находятся и живут здесь практически постоянно или же летом. Красавец ушел, красавец. Еще раз я вам покажу его. Вот он, красавец. И очень красивый берег. И вот эта вот гора, мы его называем Сиська. Тоже очень красивая. Это палуба корабля Norwegian Gem. Там еще стоит 3 корабля. К сожалению, я даже не видел и не знаю их названия. И вот эта Сиська перед нами. И там порт. Там красивейшие магазины. Безналоговая зона. Они тут играют, да? You win? О, good. Он говорит, что он выиграл. Вот шоколадка здесь впереди у нас. Вот наш корабль Norwegian Gem. Norwegian Gem. Красавец. Сделаю такой маленький кружок и спущусь на заднюю палубу. В общем-то, это самое наше любимое место. Там мы завтракаем и ужинаем. В обед, конечно, жарко. Здесь спортивная площадка. К сожалению, сейчас никого нету. Волейбол, баскетбол и футбол. Там еще одно судно. Ну, не красота ли здесь? Кто бы хотел здесь побывать? Да я думаю, что все. Все, кто будет членом нашей международной компании. Ох, какая красота здесь. Ну, просто обалдевающе, да? Вот по этой лестнице я спущусь вниз. Народ собирается уже. Возвращается на корабль. Наш корабль пойдет через полтора часа. А это буфет. Еще мало людей. Но соберутся все. Соберутся, будет очень весело. А здесь вот... Привет. Красота, правда? Водичка шепчет.
это флаг богам. Это то, что наш корабль принадлежит богам. Песня есть такая, богама мама. Люди не торопятся, здесь буфет. Я уже много раз показывал. Люди наслаждаются этой красотой. Да? Маленькие человечки. А мы находимся на 12 этаже. В 12 этаже на Риджин-Джен, а здесь всего 14. Мы живем на 9-м. Небольшой этаж. А это Royal Caribbean. Солнце прямо в глаз. Ну? Ну и что? Ничего страшного. А вот Аида. А другая Аида только что ушла. А какая красавица, это Аида. Аида — это немецкий лайнер. Немецкий современнейший лайнер. Да? Красивый. Мне тоже очень нравится. Вот так лучше его можно просмотреть. Ну хорошо, еще мы увидимся обязательно, обязательно, обязательно мы увидимся. Всего доброго, до встречи, пока, бай.